вышла я мусор выносить. Вот у нас сегодня здесь генеральную уборку делают на нашей мусорке. Вот это вот здание, как бы домик. Вот он, видите? Оттуда все вынесли. Вот этот контейнер с несортируемым мусором, все грязное. Вот мешки для картона. Это для пластика. Вот эти мешки сюда складывают стекло. Значит, железные, из железа эти емкости. Здесь просто у него вот... А, это вот чистые, в смысле пустые мешки, пакеты. Все они оттуда вынесли. Сейчас посмотрим. Вот это все внутри находится. Вот он, видите, домик наш. Давно не делали. Ну, здесь что-то повыкидывали, качели какие-то. Это вот пластик. Хотя вот это деревянное, наверное, надо в другое место. Так неудобно, вот я вам покажу. Вот видите, они моют. Полностью все. Это вот пакеты целлофановые, пластиковые, тоже картон. Так неудобно снимать их, прямо какое-то средство нанесли и вот этой щеткой моют в резиновых сапогах. Молодцы. Посмотрим, потом надо будет выйти и посмотреть, как они навели порядок. Ну вот, друзья, ушли они, помыли. Здесь вот видите, тоже такое отверстие. Воду поливают щетками, швабрами вот этими. Сюда все сгоняют, полощут. Ну, более-менее стало. Потому что за выходные сейчас жарко. Дождь еще был недавно. И вот эта вот грязь вся здесь собирается. Вот сюда они шланг, видимо, подключали. Да. А, или снизу вот даже, да, вон есть кран. Ну, чище стало. Как попало, конечно, помыли. Все назад вот они, видите, разместили. Здесь вот так. А этот мусор что-то не вывозят. В воскресенье они не приезжают. В понедельник что-то их сегодня нет. Может быть, после обеда. Или, может быть, завтра уже привезут, заберут. Даня купил мороженое. Бабе с дедом. А и нам. О, 4 ложки. Это бренд у нас очень популярный. Баскин Робинс. Мороженое. Что еще там они продают? Торты. Торты. Кофе. Всякие, да. Вот сходят. О. Надо засунуть его. А, надо же. Это чтобы тот не таял, да? Да не надо. Сейчас он польется. Вот дым идет. Вот так. Ой, и что вы? А его надо вытащить с этого. Ну, просто пар идет. Если поставишь вот так. Вот. Такой они не кладут из воды, потому что это, да? Вот так. Растает он. О. Ой, ну Даня, что это такое? Капец, блин. От него не идет этот пар? В смысле, влажность? Идет чуть-чуть. Как красиво, да? И что, до конца он так будет? Ой-ой-ой. Сейчас замерзнет этот стакан. Фу, надымит. Давай я покажу мороженое нашим зрителям. Вот смотрите, у них вот такой пакет. Вот такой мешок. Все с логотипом.
Еще вот такая упаковка. Ложки тоже все баскетбольные. Даня говорит, пойдем со мной. Я не захотела идти, мне так лень, жарко. Там, в общем, на витрине в лотках разного вида, да, мороженое? Угу. Дед, пошли. Дверь этот, не слышно. И показываешь, какой тебе нравится. Тебе вот сюда взвешивают. Вот эта упаковка, не упаковка, стоит... Здесь сколько? 18 тысяч. Нет, килограмм, наверное, да? 600 грамм. 600 граммов стоит 18 тысяч. Это 15 долларов где-то. Угу. Это фисташковое. Видите, с орехом. С наполнителем. А это... Чизкейк. Ну, сливочный. Вот это вот, видите, здесь кусочки... Печенье. Печенье вот этого, наверное. Савоярди, да? Угу. Попробуй. Здесь попробую. Что, баба не хочет? Какой вкусный. Вкусно, да? Угу. Фисташковый цвет. Вкусно. Не очень фисташковый. Попробуй. Как будто краску растворили зеленую. Ну, с орехом еще. Угу, вкусно. У нас в городке не было Баскин Робинс. Вот недавно. Магазинчика. Недавно открыли. Очень вкусно. И то понемножку. Держи-ка. А и то еще. Ты будешь, пап? Чего? Мороженое. Вкусное. Белое или зеленое? Вот, ложки. Это фисташка. Держи-ка. Что-то фисташка, как будто, знаешь, горчит немножко. А это сливочное. Это ж полный. Он лежал, что-то вздумал, ни с того ни с сего соскочил, говорит, пойду мороженое куплю. 18 тысяч стоит вот это. Угу. Ну, как магазины. Получится? Сядешь? Да. Держи-ка, я себе положу белое. А ты я буду тут. Держи. Вкусное? Это вот, который вы любите, чизкейк? Это что здесь? Я сейчас. Ну и как? Вкусно. Чего тут придать? Угу. Я говорю, посмотри, вот этот пакет Баскин Робинс. Пакет, мешок вернее, ложки, вот эта упаковка, тара. Они больше за это деньги берут. Мороженое, наверное, тут вообще стоит. Чуть-чуть. Почему? Так, мама добавку пошла. Ничего себе. Мы не довольны всех. Ну что, жесткая что-то своярка. Постоит, наверное, нормально. А? Хрустит прям. Будешь, шопа? Это вот этот новый магазин, который открылся, да? Да, будешь? Угу. Вот этот, вкусный. Фисташку попробуй. С орехами. Я там ни разу не была в этом магазине. Хватит. Ну, вы там, наверное, не сможете. Там нужно же или пальцы показать. А сколько нет, граммов? Там, да, там надо говорить. Там говорить надо, сколько граммов. Иго. 100 грамм. Скажи зрителям, что такое иго. Они же не понимают. Иго. Это. По-корейски иго это. Причем это вот здесь прям. Если ты можешь пальцем дотронуться. А если... Ты видишь, но далеко, не можешь далеко. Пальцем дотронуться. Тёго. Коги. Оказывается, я знаю. В этом магазине надо обязательно нам сходить. Потому что Данил сказал, там около 40 видов мороженого.
Как можно 40 видов мороженого придумать? Они, видать, что-то туда какие-то добавляют. Малина, клубника, смородина, вишня, яблоки, что еще? Груша, да? Еще что? Шоколадные все фрукты. Всякие, фрукты. Ванильные, да? Зеленый чай, да, есть? Угу. Корейцы любят зеленый чай. Зубная паста, если хуйню. Какой? Зубной пасты? Ну, не зубная паста, а мята. А, это я думала, зубная паста. Мятная. А, зеленый чай? Нет. А, мятный именно? Угу. А, мятный, говорит, как зубная паста. Вот эти ложечки мне так понравились. А что? Одну ложку надо туда в солонку положить, а одну в сахарницу. Значит. Она не поместится. Смотри. Вот смотри. Казалось бы, мелочь, да? На что я обратила внимание. А приятно. Я села, стала вот с этой стороны сейчас ломать. Угу. Там, где вот эта вот сама ложка. Там нельзя, и надо со стороны. Не получилось. Да. А я подумала, они, наверное, не хотят, чтобы руками брались за вот это место, за саму ложку. Угу. Стала вот здесь отрывать, легко, с легкостью оторвалась. Надо представляете? Же, да? Я говорю, во, раз и все. А да. Здесь нет. А здесь потому вот что так. Здесь, видишь, утонченный край, а где вот это, видишь, здесь толстый. Делают они. О! Вот у нас тут тоже. А, тоже рвется. Оторвал? Ну, ты силу, наверное, приложил. А у меня не получилось. Ой, нарвали мусора. А мы же придумали. А чтобы человек не хватал вот ложку вот за вот это место, вот именно специально вот здесь сделали вот так. Вот так. Легко рвется. Во, видите? А тут у меня не получилось. Это Данька силу приложил, поэтому у него получилось. Это охота им вот эти ложки смотреть даже. Ага. Ужас. Дел. Сколько ложек? Сейчас его тошните. Тошни? Капец, обожрали. А что это? Даня, смотри-ка. Угостил нас лакомством. И не леним. Полдник. Надо Бабе это показать. А? Бабе надо это показать. А, покажи. Ха-ха, ну что ты? Это что там? Кипит. Сухой лед. Даня, а если туда палец засунуть? Отмерзнет. Мама, не лен, не надо. Быстро можно на секунду? Не надо, не надо, не надо. А если долго задержать, то надо. Только глаз прошел, сейчас еще палец кипит. А зачем это? Вот это, зачем? Ой, чтобы холодно было. Булькой, они булькой, положили ой. Вот да, такой пока. Кусочек, он был завернут в этом, в мешочке, и лежал вот на этом. Нет. Сухой лед, видишь? Если такой лед покладут, а? Положат, лед. Они, он растает из воды, они в этот сухой. А зачем, как им пользоваться? Он просто минус там 100 с чем-то градусов. Я же тебе говорю, положили на вот эту емкость с мороженым. А зачем? Ну, чтобы охлаждалось, чтобы не растаяло. Вы посчитайте, сухой лед сколько градусов, там минус 100 где-то. А я думала, как-то вот так нет, что ли нет. Сделать. Пока до дому, чтобы ты донес, чтобы не растаяло. Ну, деревня. Обычный тайга. Лед положишь, тундра. Он не донесешь. Как он моя подруга течет. Говорила, тундра. А еще хочу. Ого. Ты сама вообще. Сейчас молнию напугаем. Даня, осторожно смотри. Так, сегодня мы кушаем в ресторане. Но кушаем мы только с Даней. Родители жарко, не хотят выходить. И они такое у нас не очень любят, корейское. Мы сегодня пришли в ресторан. Вот видите, нарисована свинья, свинюшка. И вот здесь написано чокпаль и посам. Чокпаль – это рулька по-нашему, да? Ее подают в таком немножко копченом виде, и она сварена в соевом соусе, там добавляют они всякие различные вкусовые добавки. А поссам – это обыкновенная вот брюшина отварная. Вот смотрите, как оно выглядит. Мы не брали копченую эту рульку, взяли только вот этот поссам. Интересная очень подача в этом ресторане, видите? Вот такая вот подставочка. И там стоит то ли из воска, то ли из парафина такая небольшая свечка. Вот официант пришел, поджег и поставил, и она вот так томится, видите, дымок идет, чтобы не остывала, да.
Очень вкусно. Здесь идет вот такая подача. Обязательно кимчи. Это кимчи из редьки и кимчи из пекинской капусты. Вот так она, видите, нарезана, интересно. Вот это, зафарширована. А, нет, это, по-моему, редька только сушеная, по-моему, вяленая. Это кимчи такого быстрого посола. Так, вот это интересное, это наш среднеазиатский, по-среднеазиатски называется джусай, а в Корее называется, это корейцы называют йомди. Интересная, знаете, заправка, мы же всегда его жарили в Средней Азии, а здесь они в сыром виде берут его, уксус, масло, по-моему, вот лук, чуть-чуть, да, сахар, соль и перец. Посыпают вот семенами кунжута, очень вкусно. Так, подают листья салата. Подают соусы. Это соус из соевой пасты индиан. Это с маленькими креветками. Вот видите, такой кислый. А вот это вот кимчи из капусты, но без перца. Она называется янгпечу. А, пеккимчи, да, то есть. Из, а, янгпечу – это белокочанная капуста. И чеснок. Здесь она, знаете, как наша квашеная капуста. Вкусная тоже очень. Кто не может горькое кушать? И вот это интересное очень. Бульон такой. Видите, куски льда прямо. И здесь добавляется ким. Ким – это нори листья. Вот они, видите, зеленые. Ой, где они? Вот они. Для вкуса. И вот такое вот желе. Из рисовой, да? Вот, а, из гречевой? Из гречевой. Или они его, знаешь, готовят из желудей. Как-то вот. В общем, трудоемкое такое производство. Ну, раньше, видите, у корейцев не было большого выбора, да, пищи. Просто как наполнитель, чтобы не просто вода была ледяная. Осталось. Когда, да, подают вот такие сухие как бы блюда, да, вторые, в Южной Корее вот в основном всегда дают какой-нибудь суп, бульон, какой-нибудь вот такой вот, чтобы не давиться, так сказать. Вот, я уж себе, видите, набрала. Лед у меня растаял. Вкусно очень. И везде эти семена кунжута. Сейчас, Даня, покажи, как заворачивают. Ну, как обычное мясо. Просто листок. Вот берете листочек такой. Листок понравится. Угу. Вот его надо соус махом. Соус. Да. Музыка задолбала. Какого черта не включает? Так, можно положить вот это джусай или лук. Вот это одно тоже можно. Угу. Да. Все, вот это. Вот. Аппетит. И вот такие они, знаете, здоровые делают вот эти голубцы, так сказать. И так, все в рот запихивают. Я сейчас вам покажу вам так немножко кафе. Никого нет. Сегодня мало народу. Такое кафе. Вот там работает семейная пара. И у них очень много сейчас заказов. Сейчас жара же такая, никто не выходит. Обычно в это время уже полное кафе забито. Все, видимо, по домам, жарко. Только я вот вижу, как они, видите, в пакеты запаковывают быстро-быстро. У них постоянно звонок идет. Заказ, заказ, заказ. И подъезжает, да, этот развозчик и забирает пакеты и везет, да, по адресу. Доставляет, да. Угу. Ну, в основном все, да, потому что неохота вот это по жаре переться. Вот видите, как красиво выглядит это блюдо? Вот это вот то, что я говорила, рулька копченая. Тоже вкусная, но Данька не любит ее. Там внизу косточки, сверху они мякоть срезают и вот так вот. А вот это вот брюшина, то, что мы заказали. Просто она как отварная, пареная. Есть здесь у них в наборе пополам. Половина рульки, половина вот этой отварной свинины. Очень вкусно. Кто не пробовал Южной Кореи, да, наверное, наши уже все знают. Вот. Очень вкусное блюдо. Сытное, недорогое и очень красивая подача. Вот еще раз вам покажу. Вот так вот.